Верховного суда Республики Татарстан постановил приговор на Гребенчугунинского городского суда Республики Татарстан от 12 июля 2016 года и апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Республики Татарстан от 7 октября 2016 года в отношении Ритнова Сергея Алексеевича оставить без изменений кассационной жалобы адвоката Удовенко без удовлетворения. Судебное заседание по данному делу считается закрытым. В кассационной инстанции обжаловался приговор суда первой инстанции и апелляционной инстанции. То есть обжаловал и то, и другое. Наша жалоба оставлена без удовлетворения. Какой следующий ваш шаг? Писать кассационную жалобу в Верховный суд Российской Федерации. Прочитаем мотивированное постановление, будем думать дальше.